В общем, хаё огоньки, кольцо фер с вами на экране. Red Dead Redemption, go. Продолжаем проходить. Прямо сейчас. Ну, подождем, пока загрузится игра, конечно. Хочу вам сказать, что Саша Скул умер. Но никого это не ебет. Да. Гонял я сегодня на море. По итогу, я сейчас сижу сгоревший, записываю для вас этот ролик. Так, клавиатуру надо спустить, а не то. Не очень удобно сейчас будет. Одну секундочку. Мне надо всего лишь поправить пару моментов. Так. Что тут у нас? 6 на 10. Лады. Кстати, у меня умер ваша лошадка. Ну да, вы знаете. Если смотрели предыдущие серии. Окей, бой. Пойдем, в общем, квестики выполнять пока что. Сейчас это меня заботит больше всего. Впереди далекая дорога. И веселья будет много. Интересно, есть возможность поймать косулю? Ну вот, пока не поймаю, не остановлюсь, да? Нихера я заки... Нахуй! Вы это видели? Я через дерево закинул и при этом попал. Ну блин, длины веревки не хватило или что? Видать, мы ее упустили куда-то. Куда-то где-то как-то. Ты, куда я несусь, куриц? Вижу цель. Не вижу преград. Было бы прикольно, если бы я ее за ногу поймал. Очень интересно, куда она испарилась. Знакомое местечко. Вы спросите, что я тут делаю? А я вам отвечу. Вне серии чуть-чуть бегал, играл так для себя. Изучал, так сказать, мирок. Ух ты! Это что, чье-то? Лошадкова. Ух ты. И вот такое могло произойти тоже. Устал, не сдержал. И выпустил. Ну ладно. Нормас выкинул.
энергии бы мне откуда-то надыбать. О, цибарку. Бля, энергию ж наоборот убью сейчас, по-моему. Да. Ой. Топанул. О. Ром еще бахнем. Нормас он ром заглатывает. Чисто бутылку в один присест. Бахнуть. Ебать! Он же не по мне стреляет? Ладно. Это было по мне. Понял. Просто ебать, я улетел. Лошадка, конечно, не выдержала такого мува. Ну, ладушки. Ах ты, что это тут? Сука. Психи ебаные. Что началось-то? Ебучие вы скинхеды, блять. Блять, конь умер. Сука, ну вы нарвались, блять, уёбки. Просто максимально нарвались. Из тебя я сделаю себе новые лосины. Блять, если бы я еще попадать умел. Ебать, я эти дырок наделаю. Нормас. Поинтересуемся, что у тебя есть. Мне нужна твоя шляпа. Скинхед ебаный. Ой. Не то сказал. Придурок, блять. Решил меня заковырять. А ты, сука, уебан. Ой, блять, у меня конь сейчас сдохнет. Конич. Подъем. Пора за работу. Пора за работу. На, блядь. Возишь этого уёбка, блядь. Еще и на месте не держишься. Плотва. Так, мне нужна твоя шляпа, кстати. Можно проковырять. Опа. В заднем проходит дырень. Воды. Что у него тут есть, кстати? Коцыпа-цыпа-цыпа. Ух ты, блядь. Свежий кабанчик. Понял. Ух тышка. Это я возьму. А то нахуй оно тебе мертвому нужно. Губная гармошка.
ящик обыскать можно. Пиздец. Да. Я, конечно, придумал хорошо. Ёбнуть прям, пока я там был. Ой. Чё-то твёрденькое. Свинтус сбежал. Стол развалился. О, бананы. А, нет, кукурузы. Что тут так зелено, тут так нормально. А если чуть-чуть наступлю, нормально будет? Ой, пора вставать. Блядь, что, топорик не хочешь здесь? Да, это мы еще до сих пор до задания не добрались. А где я шляпу проебал? А, ну он, наверное, упал. Так. Угу. Конь. Конь. Ой. Я глубоко сердечно извиняюсь. Нормально, говорит. Ух тышка. Знакомое местечко. Sir, I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I'm free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. How's about you playing his place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Mm-hmm. Sure. I'll play a few hands. Well, sit yourself down then. Еще пару долларов заработал. Опа, куда пошел? Куда пополз? I'm Luther. This is Marvin. Ой, мышка появилась. Fortunate for you both for being gentlemen about this. Same goes for you. Покер. So, you two know each other anyway.
Don't seem like the likeliest of friends. Дама десятка. We go a long way back. And now you're his chaperone. I guess отвечаем. Can we play? He can't be no real clergyman. He committed about 5 cardinal sins just in that chair you're sitting in. I think he used to be. He's drifted a little in recent years. Life is a challenge to all of us. Can you imagine him at the pulpit? If he could stand up. On the 4th day, he turned water into whiskey, and I don't remember much after that. С такими картишками можно и сыграть. He's a decent fellow going through a bad time. Disrespect him again, and you'll find yourself in a bad Чеканем. Time. All right, just trying to have a little fun here. It is a game after all, mister. Ух ты, 2 пары. Считаю, можно идти ва-банк. How about that? Look at his face, he's bluffing. So here. Pile of crap. Big pile of nothing. Okay, let's do this. Darn it. Yes. Нормаш себе банк поднял. Так, ребята, я все, я по съебам. Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Where'd he go? Who? The Reverend. Where? Excuse me, gentlemen. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Сука. Куда ты поскакал? Эй ты, голова соленая. Нормас, я тебя устрою. По-моему, ты что-то перепутал, дружок. Ты слышал о таком, как доказательство смерти? Ну, кого там ты что, пес последний? Ух ты ж, бля. Сучья потроха. Да ебни его. Артурка, пару разков так. Ах, сука. Сейчас я кого-то, блядь, с ножа ебну. Ух, нормально побил. Ёбаный по голове.
Так. Этот чижик мне нужен. Ладно, этот чижик мне не нужен. Опа. Что произошло? Блять, я на карту нажал случайно. Так, плотва. Ты, короче, будешь у меня шустрый. Ебать, ты шустрый! Да ты, сука, не шустрый, ты, блядь, гибкий. Такие пируэты выписывать. А он что, хочет спрыгнуть? Или чтоб его... Пиздец. Так, ага. А, понял. Нормас. Коник у меня умный. Нормас. Да хуй тебя знает. Блять. Ну ты, конечно, выдумал, дядька. Каким другим? Что, не определился кто-то? Пошлёпай его по башке. Реально. Блять, мой кто? Не, если я его сейчас на веревке покатаю, он сдохнет. Да. Давай прокатимся, дружок. Ну чё, шустрый, вези. Давай ёбнемся. Блять, я себе пастора убил. А, он живой. Ну, в смысле, в сознании вроде. Фух. Я думал, что сейчас все нам пизда будет. А вроде нет, нормы. Так, я чё? Ой, я весь в кровяке. Чё, уже на чаепитии, ёпта. Сейчас ещё не доскакали, тебе там удобно, блядь, о чае думать. По-моему, тебе надо думать, как бы сейчас не блювануть. Hey, man. Скорее. Так, ебать, что-то меня эти кусты напрягают как-то. Ну, точно стоит через них. Видимо, да. А-а-а. Понял. Привяжем. Давай сюда, дружок. Что скажешь? Понял. Тяжко тебе. Масса у него кровать. О, блядь. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Real lucky. Lucky шмаки, типа. Кто без греха?
Еще я должен, блядь, за 2 минуты 5 секунд с ним возвращаться. То есть что? Я, по-вашему, клоун какой-то. Без базара. А еще мне, по-моему, надо пойти помыться. Помыть свои подмышки. Кровавые. Oh, hell yes. Так. Интересно тебя. Могу покормить. Да ты в порядке вроде. Так, ну мне в любом случае надо на тебя запрыгнуть и пойти помыться. Крещушки. Нет. Не хэй, Артур. Давай, втопили. Поскакали. Давай, не сопротивляйся. Все, можешь за лагерем. Давай, давай. Ну, давай. Ну, шо, шустрый. Покажи, что можешь. Давай. Похерачили. Ебать, я там нормас вообще шустрый. Ой, ой, ой. Что надо? А, нога. Хуя себе, давайте в лагерь отвезу. Блин. Medicine? Oh, thank you, Jesus. Куда ты выкинул? По-моему, лекарство надо было на рану. You saved my life. I owe you. Got that right. I do. Now I gotta get out of here. Кто там тебя укусил? Don't much like it around here no more. Glad I could help. Keep your eyes on the ground, huh? Yeah. You'll be all right. Thank you. Ладно, дружище. Ступай своей дорогой. Главное, жив останься. Хе-хе. Boy. Так, мы вообще купаться пришли. Yeah. Что там, собачка вроде? Так. Сам я немного помылся вроде. Нырни. Нырни. Так, ты что там встал? А ну-ка мне быстро. Ебать, кстати, у него красивый этот на лбу. Ромбик. Нормас. Что это? Это рыбка? Рыбку надо ловить. Все нормально. О, дождь пошел. Отлично. Это просто невъебенно. Что это за херь?
Так. Так. Что там находится? И в этом ли оно кусте вообще? Так, ничего не вижу. Ничего не вижу. Так, по-моему, я его грохнул. Или... Так. Я люто ни хера не вижу тут. Но ж... Ты что, за меня переживаешь, конечно? Вы, джентльмены, проезжайте. И не за вами. Что такое? Сука, а где это ваше нечто находится? Что напасть на меня пыталось или на мою лошадь? Змеюка какая-то? Интересно, змеи в этой игре есть? Ладно, пойдем на квест. Good boy. Похуерили. Здорово. Видались вроде. Нормально, горка, шустрый. А вроде зашибумба. Валентайн. Эртвенс. Что это за маскарад? Сомневаюсь. Что мне сейчас оно надо? Ой-ой-ой. Что он там говорит? Кто кому помочь? Тебе нужна помощь? Даро. И? It's the trying that counts. If you say so. Well, I do. And who do you help? I'll help you learn to keep your mouth closed. Sorry, sir. Please be generous. Be generous. Help people. Try to do what you can. Благотворительное общество не новое организация, которое стремится улучшить условия жизни бедняков и поможете нам сделать небольшое пожертвование в каждом штате этой великой страны. Растет число бедняков. Сегодня мы собираем средства для того, чтобы организовать
Первую спасательную операцию. Наша цель — помочь тем, кто просит милостыню, получить пищу, одежду и чистую постель. Без осуждения прививать бедникам полезные привычки, в том числе к упорному труду, обучать их полезным профессиям и ремеслам. Ну, в общем... Нормально. Так, а чё я... Donation for the poor. Ух ты! Хатку отстроили. Ебать ты конь. Да ты буцефал целый. You'll be all right. Нормально. Сейчас я тебя отпущу. А ну еще разок. Вот це я молодец. Нормальная. Если вы потеряете седло, оно будет доставлено в вашу конюшню. Окей-ка. A man has a way of remembering the face of the person who tried to murder him. Don't cross me. I'm happy to stable that for you. За $10 продать? No papers, huh? Well, I can't give you full price on account of that. Might be stolen. Ага. А это при этом имеет меньшие показатели во всем. Уход есть. Ага. Интересно, оно как-то влияет? Adding on to a saddle helps personalize it. Так. Минус три. Я не нажимал. Что это было? That's a nice addition on a saddle. Чё, блядь? Что значит 10? Ладно. Купить. Adding on to a saddle helps personalize it. Толку нет. I got one of them myself. Толку нет. Always good to have one of those. Толку нет. Best to have a good saddle that'll hold up. Ага. Ага. Bet you won't get saddle sores from this one. Wish more folks took care of their horses like you. Ага. Nice bit of grooming. People take notice. А если мы тебе гриву можем отрастить? Ой. Ты вроде какая-то светловолосая была, да? Вот такая. Так. Yeah, grooming a horse sure makes it a beaut. Дреды? Маловато походит. That's fine looking.
Так, все. Кентуккийская. Так. Нет. Теннессийская. Блять. Прибазарю я немножко полезностей. А капуста-то на месте не стоит, уходит. Ебать ты, зверь. Это более интересно. Но все они намного хуже, чем моя. Вот это был мув на говно. Я хотел бы извиниться. По-моему, ты не туда пришел, дружок. Они его убили? Сука. Серьезно? Не успел я вмешаться. Посъебом немножко. Текс, 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 текс. Ты же меня не хочешь порезать? Я тебя понял. Ты же меня не отпустил, за что мне тебе спасибо говорить? Ёбнись-ка ты немножко, а? А ну-ка куда-нибудь сюда, мы тебя сейчас заманим. Хули ты мне? Удумал тут, блядь. Я жалкая тварь. Ладно. You will raise your hands or you will die where you stand. Okay, you got me. All right, please. Hit on all of us if you just come on easy. Son of a whore. Ну, сдавайся. Так, ну... Я же не мертв. При этом. Это я куда сейчас?
Ёпта. Вот это я чуть не потерял дар речи. Ладно. Что ж, огоньки, на этом серию заканчиваем. Вот так вот. Хотел квест пройти, а по итогу пришлось чуть-чуть посидеть в тюрьме. Да. Ой. Я хотел бы извиниться, но делать этого не стану. Судя по всему. Так они еще и... Да, ладно. Не обращайте внимания, что я тут делаю. Это все фейк. Фейк. Фек. Так вот, фек. Ох, ебать. Интересно, он поджарится. Там вроде тепленько должно быть. Хочу сказать всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите другие мои прохождения по RDR-чику, Far Cry-чику, Heavy Rain-чику и всяким другим играм. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи, всем пока.